Еще одна хорошая новость из сферы сельского хозяйства. Аграрии Ставрополя получат более 200 миллионов рублей из резервного фонда страны. Госдума одобрила проект распоряжения правительства о компенсации затрат за рост цен на ГСМ. Всего российским регионам выделили 5 миллиардов рублей. Наш край получит 210 миллионов. Как отметила зампред Госдумы Ольга Тимофеева, поддержка это погектарная. Каждый субъект получит средства пропорционально обрабатываемой площади земель. Ставрополю выделили одну из самых крупных сумм, однако, как подчеркнула Тимофеева, денег нужно больше, поэтому еще придется возвращаться к этому вопросу.